Хорошая, ты хорошая девочка. Ну, давай, давай. Одна ищи, другая кусает. Все меня пытаются обогнать. Смотрят, как она, белая в разведку-то пошла. Чем дело закончится? Съедят оператора или нет? Да, хороший, хороший, хороший. Так, оператор поменяет место дислокации. Не можно Таню кушать, на всякий случай предупреждаю. Вот у девчонок видео будет. Да. Огонь! В две камеры снимают. Как ведущего оператора жрать будут. Ну, осваивается, осваивается. Вообще. Уходит, представляете, друзья? Ну, вот вам пример, как... Так, я сейчас так, чтобы не закрывать. Ответную реакцию. Не бойся, не бойся, не бойся. Да не бойся. Поняла. Таня, я здесь. Нападет сзади. Ну, Таня еще как сказать? Как сказать? Нина, Таню не кушаем, не кушаем, Таню не как кушаем. Как-то сегодня все так ко мне не очень благосклонны, на радость хейтера. Иди сюда, скорее, иди сюда. Иди. Давай. Иди сюда. Да ну что ж ты будешь делать? Ну. Иди к директору. И тут пытается. И тут пытается. Это ж не мой день сегодня. Ой. Так. Ой, тапки забыл. Ты ж посмотри на нее. Опа. Ту, господи, я думала сзади уже. Вы ж как-то сначала говорили снимать. О! Ой, не смогла задом повернуться. Алло. Так, еще я к директору. Вы как хотите все, Симба. Ты бы хоть меня защищал. Так, хочется снимать директора, но приходится... Опа. О, сел толстый. Я у Львов, не знаю, подойдите сейчас. Не знаю, на администрации там администратор есть только, а я лично. Да. Да, пожалуйста, да. Ужас. Что сегодня со мной не так? Я вас снимаю, но смотрю в другую сторону. Олег Алексеев. Не можно. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Почитатели. Почитатели будут позже. Я отвлекусь, меня. Ай! 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 Но это полбеды. Тут еще и меня сожрут, если директор отвлечется. А, ревность. Что это такое? Сегодня как-то луна не в том доме, мне кажется. Вот я говорю, луна не в том доме сегодня. Что это такое? Что это такое? Даже не смотри в мою сторону. Привет. Конечно, сейчас Алексей сейчас доконит, и они пойдут в эту сторону. На радость изумленной публике. Хорош. Ну, так, не обходим. Вот так. Угу. Осада. Иди, ты только ее раздракониваешь. Отходи лучше от нее. Куда? Вот сюда, перепрыгивай. Так, тут Симба. Все. Кого я еще раздраконил? Иди сюда. Не можно. Таню кушать не можно. Просто глянь на нее. Нашла слабое звено. А он еще идет. Это так, не надо. Вот это, вот это с того пряда. Не можно. Ой. Приготовился к прыжку. Ага. Ты думаешь, если меня там завалили львы на входе, то я прям совсем слабое звено. Вот так, друзья, многие спрашивают, смогли бы вы, Татьяна... Как вы снимаете видео? Нет, да? Спрашивают, просто, а думаете? Сама, говорит, вы смогли как бы зайти? Как там некоторые придурки, денег дайте, говорит. Да. Я зоопарк построю, со львами и общаться все сделаю, смогу, да. Все сделаю. Что тут общаться? Да? Да. Эти калининские. Недоразвитые дегенераты. Есть что-то в каждой станице. По придурку. Прости, Господи.
Это вслух сказала, да? Среди чащих львов? Ты ж посмотри, да, а. Страшно жить. Он. Правильно, правильно. Отсоединяй ее от меня. Все-таки у нас с тобой есть история отношений. И с тобой сейчас будет история отношений. Не можно кушать. А это с нашего муравейника вот это, нет? Нет, они-то тут все с общего муравейника. А те тоже в засаде, на всякий случай приготовились уже. Причем я знаю, по чью душу они все приготовились. Вот здесь безопасное место. Я его тоже думаю перейти. Там сказали, безопасно, а ты лежи. Фух. Все, успокоились? Ненадолго. Такие толстые, слушай, да. Упитанные. Так, растут хорошо, слушай, уже весь килограмм 60-70. Симба вообще толстый. Симбан. Шерхан. Шерхан, иди в другую сторону. Более изящный такой. Осада мелкая остается из всех. Я была такая. Нет, ну мне белая нравится. Она очень к вам хорошо. Ко мне нет. Дорогие наши друзья, подписчики, все, кто следит за нами в наших каналах, у нас есть очень хорошая новость. Готов вольер новый со скалой славы. И очень скоро вы будете наблюдать перевод этого прайда. Не можно там. Я говорю, не можно. Перевод этого прайда в новый вольер. Скалой славы собственной. Зимний. Я сказал, не можно. И мы будем вам показывать, что называется, в прямом эфире. Да. Ну, вы видите, как это уже все непросто, потому что львы растут, наглеют, чувствуют свою силу. Нет, директор, это ничего, он человек-лев. Да, охотится. Не можно. Уже уши прижала такая. Отпустить хочешь, да? Она вроде бы и ластиться хороший, хочется. Хороший. И попробовать на звук, да, хочет. Ну, вообще удивительная львица. По-моему, она хочет войти ко мне в доверие, понимаешь? И меня съесть, сожрать. И ну тебя само собой. Мне кажется, она через вас хорошо хочет прийти ко мне. Хорошо. Чтоб сожрать. О, нормальная ты. Попробовала все-таки? Так делать не можно. Так, телефон. Все-таки попробовала. Не, он ничего, они его не возьмут. Идет, хитрюля. Подружайку еще взяла. Ай, ты господи, представляешь? Съесть хотела. Бросилась. Я же говорю, Аня, смотри, лежит. В доверие втиснуться, войти, а потом все-таки напасть. Я это не получится. Тебя это не получится. Ну, штаны когтем порвала. Минус штаны. Ну ладно, ты посмотри. Если вы все вместе попытаетесь наброситься, то я знаю, как от вас отбиться. А я нет. Даже без тапка. А я нет. Нет, участь решена, а я нет. Я буду прятаться за человеком львом.